Привет, добро пожаловать на новую серию по Сталкер 2. Продолжаем играть. Так, у нас тут, как обычно, подгрузочки. Так, простите меня, куда подевался звук? Или это у меня колонки? Так, ага. У меня колонки, короче. Какое-то время они просто, если ничего не слушать, в них они выключаются. Так. Я, кстати, не знаю, на записи там слышно мой голос, то, что я с вами поприветствовался. Так. И что нам надо? Нам нужно идти сюда. Но мы еще не обыскали тайник здесь. Тайник здесь. Давай сходим сюда. На эту точку. Найти мастиф. Давайте поищем мастифа. А почему ты, дорогой мой, не выбираешь оружие? Вот он выбрал его. А потому что у нас подгрузки. Сталкерские подгрузки. Я, кстати, так. Так, продолжаем. Ищем, короче, господина мастифа. Так, я зашел куда-то, где фонит. Кстати, радиация вроде нас не пробила, так что все нормально. Топать тут примерно 300 метров. Так. Что у нас тут? Давайте сейв. Тоннель какой-то. Это, кстати, за стена такая тут интересная. Я, кстати, не знаю, мы потом в будущем вернемся на эту локацию, не вернемся, но я бы еще походил бы здесь посторонним квестом. Просто как бы нас уже направляют в то место, чтобы отсюда уже уйти. Мне кажется, здесь есть еще что исследовать. Давайте сейф. Фонарик. А Стив, ты тут? Недоступно. На, собачки. Ну, для собачек у меня есть дробовик. Когда дроби не особо много. Ну и граждане пёсели. Куда граждане пёсели подевались? Конечно же, из-под лагов немного сложно попадать. Сколько я слышал, они там уже работают над патчем. Слово я понятия не имею, когда этот патч выйдет. Ну и что, а что это вы за забором там прячетесь? Давай, 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 давай сюда. На папку.
Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вот на клин я не рассчитывал. Один патрон остался. Есть еще кто-то? Вроде нет. А, давай калашек возьмем. Есть еще. Ну давай. Подходи к папке. Так и что получается? Все собаки, что ли, тут подгрызли? Двери все еще недоступны. Нет, конечно, есть одна опция. Попробовать. Но это не работает. Ладно. Ну, внутри вроде там его не наблюдается. Давай зайдем сзади. Угу. Дыра какая-то. И как мне в эту дыру проникать? Может быть, конечно, паркуром там каким-нибудь. Ага. Вот еще один ход. Певчанский. Патроны. Не-не-не. Патроны завалились назад. Так, а смогу ли их достать? Вверху давай прихожу. Ага. Потом. Он дело полезное. Так, ну я надеюсь, на эту вылазку нам пуль хватит. Какие-то шахты, я не знаю, прямо укреплены под домом так. Тут специально их, что ли, возводил. Пощай промінням своим. Души тих, кто віддає життя за здійснення воли твоєї. Розкрий слугам своим задуми ворогів наших. И даруй силы помститися за братів полеглих. Не зупинити їм тих, хто одне ціле з монолітом. На хиші. Братан, что с тобой? Я чув, як ти зайшов. Підійди ближче. Прийшов за своїм другом, вільний. А тип того. Що ти зробив з мастифом? Він був тяжко поранений. Без допомоги в нього не було шансів. Тому я приніс його сюди та перев'язав. Не бійся. Твій друг виживе. Я чекав на це. Шукайте входи. Будемо цю мерзоту викурювати. Так. З тобою поговоримо попозже, монолітний. Тобі краще піти. Я нікому не бажаю зла, сталкер, але ці люди жадають крові.
Як я можу тобі допомогти? Відмов їх від штурму. Я врятував життя вашому другу. Це правда? Та чи потрібна їм правда? Ну, чорт подері. Монолітно ти тут. Чердак. Непонятно, что он тогда так стонет. Ну, вроде как помогал. Давайте сохранюсь. Ты кто такой? А ну сюда. А ты кто такой? Ты что тут забыл? В будинку монолітнутий. Перебив людей мастифа, притяг його сюди, а сам ховається, криса. Нічого, ми цю мерзоту тут і зариємо. А ти або відвали подалі, або вставай до строю. Буде гаряче. Пойду на монолітовця з вами, я пішов за мастифом. Я прийшов сюди за мастифом. Субота покликав. Правильно зробив. Мене він також набрав, розказав про все. Сказав, що та тварюха монолітнута з мастифа зомбака хоче зробити. Хрін на рило. Субота ошибся. Твій Субота помилився. Монолітівець не вбивця. Він врятував мастифа. Мужик, що ти верзеш? Він, мабуть, прямо зараз мастифа на зомбака перетворює. Чи ти... навмисно час тягнеш. З монолітнутим змовився, сука! Здохни! Ах ти ж! Ну, он сам быканул, как бы. До конца все послушать не захотел. Так что как-то так. Тут либо бей, стреляй, либо... либо умирай. Ну, в принципе, стволы ваши на продажу пойдут. Так, разрядить. Выбросить. Зарядить, выбросить. Разрядить, выбросить. Ну давай. Поговорим с тобою. Розказуй, давай. Треба ще трохи часу, щоб поставити його на ноги. Одного дня спокою та догляду має бути досить. Мені шкода, що до цього дійшло. Але іншого виходу не було. Ось, візьми. Сподіваюся, це хоча б частково допоможе тобі так, як ти допоміг мені. Я не можу залишатися тут надовго. Якщо є питання, кажи вже. Куди ти підеш? Ти продан моноліт? Що таке моноліт? Вільні про тебе різне говорять. Хто ти насправді? Зараз 9-й. Був солдатом моноліта. Але я майже все забув. Від минулого залишилися лише нерозбірливі образи. І ненависть тих, хто пам'ятає. Куди ти підеш? Я продовжу шлях до братів. На дикий острів. На жаль, інших місць у зоні для нас не залишилося. Час прощатися. Ти не проста людина. Я буду тебе пам'ятати. Якщо зможеш пам'ятати. Ну а ти що?
Я бы, конечно, такой бы, чтоб охранял бы тут это все дело. Ну, надеюсь, я не ошибся. Пошли отсюда. Надо теперь как эти смерти объяснить. Ну, наверное, Монолита здесь убил. Выходит так. А я тогда что? Я типа дошел и увидел мертвые тела. Ладно, что у нас тут еще поблизости есть? Тайник, сфера. Тайнику что ли сходить? Ну давай, пошли к тайнику. В принципе, 300 метров, не то чтобы прям далеко топать. Ну и после этого, наверное, уже пойдем на кордон. Это что-то убежище или что? Эй, ты! Лови! Цеми, хабар! Я перший знайшов! Да ладно тебе. Твой хабар. Ну и сиди там своим хабаром. Это что? Своего хабара. Я тут так-то за другим хабаром иду. Тайничок у нас где-то здесь, да? Эти же ящики вроде разбиваются. Можно достать, пожалуйста. Опа. Слушай, ну аптечек дали хорошо. Так. Не, мне кажется, он наверху. А вот он висит. Так, ну полезли тогда на крышу. Минус один свин. Свин. Так, ну а теперь думаю, как наверх залезть. Ну, я вижу только здесь, наверное, как-то можно. Ну тебе явно здоровье надо подправить. Ага. Сюда, сюда. Сейф. Ай-яй-яй. Так. Не очень хорошо получилось. Печек мы, в принципе, много налутали. Чтобы можно пока не экономить. Так, здесь давай осторожно. Подальше, вот сюда. Ну, такое себе тайник, такое себе. Мне кажется, то, что там снизу лежало, оно более ценное было.
Левитирующий элеватор. Пошли сюда, зайдем. Там заодно еще второй тайник проверю. Ну, не такой уж он и левитирующий, он вроде там на балках стоит. Видите, что он левитировал бы. Давай обыщем его. Может, что-то интересное тут будет. Так. Старые записи. Угу. Ящик какой-то. Сумка. В этом тайнике и то побольше будет. Так, ну что, все получается, да? Обыскали. Так. Ну еще этот явно ящик тоже тут неспроста. Да не. Спроста. Слушай, у меня что, перегруз что ли, или что? Ну да, у меня около того. Ладно, пошли отсюда. Почему он левитирующий, я не понимаю. Ну что там, присытился своим хабаром уже? Могу ли я проверить? Не, не присытился. Да ладно, не пугайте меня, не так уж мне и страшна ваша радиация. В таком количестве, в таком костюме. С противогазом. Так. Я смогу перебраться? Да, наверное, на самом деле лучше обошел бы это дело. Ну да, я тут буду идти так полдня. А ты кто? Кого высматриваем? Мужик. Здорово. Чем высматриваешь? Здорово, Бог. Торговать. Уже зустрілися. Може, треба щось? Давай глянем, чем богат. Ну, стол-то этот явно не купишь. Купи у меня вот эту вот воду, вот это вот. Еды мне столько не надо. Это ж все вес. Понимаешь? Счастье. Братан, у меня КД. Ну, бывай. Не буду тебе мешать. Давай сейв.
И все-таки, что-то он тут высматривает. Остров этот, или что он тут смотрит? Так, а вот это тайничок. Да, а тайничок охраняемый, да? Надо будет, как уже пойду назад. Надо будет оружие почистить, скажем так, обслужить. Сколько там в нем? Ну, 95%. Еще хватает. И патриков придется закупиться. Давай, короче, выйду из этой трясины. И гляну по карте. Где там ближайший следующий тайник? А, вот здесь. Так, метку поставь, пожалуйста, к нему. Так. Чё я там поднял? Он из-за погрузки не особо заметно было. Тон. Братаны, спасибо. Нет, вы вовремя. Так. Я тут, собственно говоря, ящики осматривал. Так, больше вроде как ничего, да? Что-то есть подозрение, что собаки это не кто-то охраняли. Так, подожди, ПДА. Ну да, он там. Чуть спереди. Где-то тут. Ты что-то не подсказываешь, что на крыше. Возьми-ка ты гоп. Че, пустой тайник? Серьезно, пустой тайник? Это что за надувательство такое? Да нет. Тайник все еще тут. Это он на крыше. А просто сумка тут валяется. Так, ну тут явно, короче, мусоровоза. Ой, какого мусоровоза? Короче. Угу. От машины молоковоза и на крышу. Так. 5, 4, 3, 2. А вот он. Это сразу не заметил. 45-е АЦП. Ну, в принципе, пойдет. Так. У нас радиация тут не прошибает, так что можно постоять. Вот сюда пошли. Глянем. Кстати, мы уже подбираемся обратно к
этому шатлу в базе вольных сталкеров. Здесь бандитов мы уже когда-то пощелкали в первых сериях. Вот единственное, что на самом деле так мешает иногда игрой наслаждаться, это вот именно вот эти вот подгрузки. Все-таки хотелось бы как-то более стабильного FPS-а. Так. А ну-ка. Так, ну я, кажется, я понимаю, как я попаду в этот дом. Надо через аномалию, короче, проходить. Болты кидать. О! Не-не-не-не-не-не-не, не так, не так, не так, не так. Так вот с каким-то чудом на крышу улетел. О! Хороший хабар. Я взять все. Угу. И давай, короче, просто отъемся колбасами с батонами. Ну еще добавлю. Ну все, короче, болт кидаю. Аномалия исчезает, я ухожу. Все, пошли, короче, на базу. Сюда еще быстренько загляну. Это горшки тут стоят. Колбаса. Колбаса, колбаса. Так, подожди, это что здесь такое лежит? Что за тело? Бинты. Вася капитан. Разрядить. А ты тут, Вася капитан, с кем сражался? Похоже, эта история останется вместе с Васей капитаном. Что это? Аптечка какой-то. Это сталкерская могила. Ну, я брать, конечно, не буду. Знакомое место, да? Слушай, нет, ну я ради для пробы, конечно, возьму ради видео, ради контента. Может, что-то поменяется. Ничего не поменялось. Ладно. Так, подожди, ПДА, дай глянуть. Ну да, пошли, в принципе, на базу уже. Побочная задача — вернуться к Линзе. Пошли, вернемся к Линзе, доложим там о выполнении. Что тут у вас? Просто разрушенный дом. О, подгрузка сейчас будет. Так, ну а перед тем, как идти к Линзе, я бы хотел бы сначала продаться тут. Чем могу помочь, сталкеры? Вообще глянем.
Ну, погляньмо, що там у тебе. Ну, винтовку, конечно, мне жалко тебе отдавать. Вот, мне в таком количестве не надо. Забери этот Макаров подальше. Подтвердить. Я бы еще такой бы, чтобы еще Патриков у тебя затарился бы. Их много не бывает. Натос может быть еще. Что-то такое. Жекан. Картечь. Картечь, наверное, по животным бить. Давай еще возьму. Так, не, слушай. Что-то задорого выходит, слушай, как-то. Патроны-то на дробовик, так. Этих 247. Там, давай хотя бы 20. Подтвердить. Ну да, как-то так. Заходишь? Зайду, зайду. Что мне там по весу? Веса много. А, на винтовку мы в любом случае еще найдем. А эту чинить мне явно резона нету. Ну давай, ща будем сдавать квест. Полагоди ты щось. Давай, не тягни. Виконав твій заказ. Що трапилося з групою Мастифа? Група Мастифа загинула через небезпечного мутанта. Його самого врятував монолітівець і відніс лікувати до покинутого будинку. Роса та його люди прийшли туди, щоб убити монолітівця. Мені довелося їх зупинити. Дивись, який розклад, Скіфе. Прохання моє ти виконав, тому купони на КПК я тобі скину, щоб потім серед новачків розмов не було, що я замовлення не оплачую. Але те, що ти став на сторону монолітівця, вони ж усі чудовиська, Скіфе. Я коли згадую, що ті нелюди колись витворяли, дрижаки хапають. Батя роками залізся від моноліту захищав. Ти, звісно, тут недовго і не міг усього знати. Але люди не зрозуміють. Я так точно не зрозумію. Полагоди ти щось. Давай, не тягни. Викладай, покумекаємо. Давай починимо, посмотрим, що там можна починити. Чинить. Починена броня. Починен. Тозик, що ли, починить? Ну, давай тозик починю. Противогаз свою починю. Побачимось. Вот как-то так получается. И не говори. Ладно, давай сходим уже. Гляну еще раз последний раз, что тут можно. Алая зона. С комнатой Ник. Хочу ли я туда идти? Да, наверное, нет. Пойду, наверное, напрямки. Что лежит, не трогал. Ну, давай только что сюда еще наскочу, может. В принципе, мы в той части не особо-то ходили. Мы как-то вот в основном там все обследовали. Пошли, глянем. Чё нам молодым, да? Так, ты можешь ствол достать? Нормальный ствол, который квадратно-кубический. Что там, песик, что ли, сидит?
Да я так, собачек пострелять. Кого тут кабак, не хышу. А шо с песиками? Аномалия, отпусти! Вообще они походу тут просто затупили и аномалии просто боятся. Вот что-то вот сенсор, по-моему, она по вертикали, по горизонтали немного отличается. Ох ты ж, елки. Что с тобой, пёсель? Ну, как раз на них дропы потрачу. Боеприпас дешевенький. Так, а что там насчет хабара было? Давай-ка, короче. Насчет кабара я лучше с калашом на перевес выйду. А то мало ли тут какой-то будет любитель пострелять. Ну да. Тебе там как было? Нормально? Так, ну он явно с кем-то разговаривал, так что не один, да? Певчан с ним баловался. Разглядить, выбросить. Ну да, вот тут водочкой баловались. Или он один баловался. Не один. А с кентами. Ну вы это там не стесняйтесь. Подходите. Кто посмел? Ну да, братан, 5.45 это не шутки. Ты что думал? Вот еще дробь. Ах, разрядить, выбросить. 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 Ну просто ради одной МПшки я не попрусь на базу продавать все. Так, туалеты. Ну здесь прямо я тебе скажу, тут такие жесткие алкаши сидели. Прям знатные. Водки полно. Ваш кабак это водка или что? Или вы там, я не знаю, ящик купили. Белку словили, по сталкерам стрелять начали. Так. Здесь еще водку не собрал. Ай, боже, боже. Где там тайник этот? Дай посмотрю по карте. Где-то вот в этом здании, да? Напротив которого... А чё вы тут, кстати, ну, просто вот интересно. Ну нет уже у вас тут ничего. Ну реально нету. То
То есть, ну как бы я про водку как бы в шутку говорил, но, блин, по сути так и есть, что ли? Так. И тут они спали. На палетах. Не, реально, а чё вы охраняли? Ладно. Хорошо. Вы охраняли ничего. Вы мой тайник охраняли. Или это здесь склад с водкой был? Епископ бандита с пропажей там какой-то, наверное. Да, ящики посмотрю. А, это не бьющийся ящик. Окей, я понял. Ну да, здесь какой-то продовольственный склад. У нас тут есть... Что это, микроволновка или что это? Непонятное стоит. Какая тут микроволновка? 86-й год. Советский Союз. Так. И тут явно на крышу нам попасть, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут же артефактов нету никаких. Угу. Мечтай. Мечтай. Так, ну и что? А вот он. Ну, не знаю, стоило оно того, не стоило. Только 5 АЦП. Ладно, пошли отсюда. Посмотрели и ладно. Угу. Подожди, это уже кордон? Тот самый знаменитый? Еще нет. Я его еще обхожу. Ладно, ребята. Видим мы туда уже в следующей серии. Ну а с вами был Зазепа. Лайк, подписка. Всем пока. Увидимся в следующей серии.